Привет, мужики! Вы на канале Вятка Хантер. Сегодня у нас охота на лося. Коллектив там у нас разгружается. Извиняюсь за длительное отсутствие на своем канале. Не было возможности снимать. Ребенок тут приболел. Ну и работа. Сейчас, значит, здесь у нас группа делянок. Попробуем обложить. Лоси есть и должны быть. Переходы были 3 дня назад. Свежих не видели. Будем ездить на снегоходе Буран. Зима у нас настоящая. Сегодня у нас минус 15 градусов. Такие вот дела. Собачек взяли, но уже снега многовато для собак. Уже снега сантиметров, наверное, 30. По колено проваливаюсь. Благо нынче снегоход. Как-нибудь сделаю обзорчик на него подробный. Немного позже. Собачки бегут. Соболь! Смотрите, будет интересно. Не переключайтесь. Так, ребят, куничка попалась. Вот подъехал на снегоходике. Камера была на голове, думал, включился. Но, увы, не включился. Вот, в общем, куничка попалась, скинула крышу. Залезла она наверх. Хорошая, я думаю, кошка. Давненько уже она попалась задней лапкой. В общем, такие вот дела. Поздравьте Серегу с очередным трофеем. Сегодня на лосиной охоте тут попутно проверяю капканчики. Мужики уже пошли в загон, сейчас я выеду на свою точку, встану. В общем, давайте, смотрите, не переключайтесь. Так, ребят, встал на номер. Говорю тихо. Собака буквально где-то в километре взлаивала пару раз. Может быть, по лосю, может нет. Олег с собаками. Значит, зашел. Здесь у нас группа делянок. С собаками зашел оттуда. Стрелки стоят здесь. Погода отличная. Супер просто. Так, был выстрел. Друг меня стрелял. Ждем, может, сейчас лоси пойдут сюда. Второй выстрел. Наверное, добрал. Это мой друг Олег. Он, как правило, стреляет без промахов. Хороший стрелок. На его счету уже много лосей. Все, третий выстрел. Лось готов, ребята. Ура! Мы сделали это, бля. Этим он точно его добивал. Я в этом просто уверен.
Я думаю, что лось готов, парни. Сейчас Олег должен позвонить. У собаки все уже на месте. Ура! Ловили все напротив меня, все ждал, думал, сейчас выйдет лось. Место подобрал хорошее. Такие вот дела, мужики. Отключаюсь. Покажу уже зверя непосредственно. С третьего раза только ебануло. Так, я рассказ от первого лица. Слушаем внимательно. Это виновник охоты. Надо поздравить его. Молодец. Лосей ему везет, блядь. Стреляет метко. На биатлоне, конечно, не очень стреляет, но, блядь, лоси падают. Смотри, блядь, 50 метров по бегущему, блядь. По лесу, блядь. Первый выстрел упал, блядь. А ты, блядь, Молчи, блядь. Стариков надо поучить, ёпта и мать, стрелять-то без толочи, блядь. Сколько возможностей было, нихуя. Да? Этот-то? Воронёк-то которого? Бык большой. Только... А может поискать рогата, блядь? Только скинул, кровят. Кровят? Кровят, да. Может поискать? Блядь, я недолго его... А они где-то там его взяли. Один одного облаива, второй другого, блядь. Я хуй, к какому подходить, блядь. Я-то, блядь, они напротив меня лают. Я думаю, блядь, думаю, сейчас только-только, вот 200 метров буквально, думаю. Они в середине ходят, блядь. Не подлезьте вообще. Я уж давай краем подходи, блядь. Думаю, шугнул бы маленько, блядь. Думаю, тут бы он бы и был. А я пошел заходить туда. Думаю, сейчас, если не подойду, то шугну, блядь. Так вот, ребята, такие диалоги. Немного с матом, извините. Но эмоции... Ну чё, бумажка закрыта. Вечно. А сейчас закроем, у меня бумага. Ты с ручкой. Подожди. Еще не пришли с ножом. Ладно. Ладно. Все, далеко у нас число-то? 23-е. 23-е. Все как положено. Перед Новым годом. Сезон побегали, поохотились. Азарта наловились, впечатлений. И теперь вот. Как сказать-то? Сейчас результат. Осталось за малым. Да, дело не за большим сейчас. Тут, Олег, заедем по этой дороге-то, нет? Не, заедем, там будет накрытие, вытащим. Ну, так что? Далеком. Да. А разделать-то можно на чистом месте куда-нибудь вытащить его. Там он нормально лежит. А, ну, да. Ну, ладно. Не переключайтесь, короче, сейчас потрошить зверя будем. Смотрите, ребят, по каким колдоебинам снегоходик у нас идет. Такой вот лосяра. Собаки его подраздели слегка. Хороший, да? Хороший лосик, да. Приличный. Их вроде еще не стреляли. Ну че? Рога уже он сбросил. Соболь, ты смотри, кусать меня не придумай, блядь. Блядь, я тогда что попробую. Сейчас поищем рога-то. Вот лосишка скинул рожки. Да вон совсем, смотри, кровят. Кровят, да. Это еще мягко, да, у него? Чуть-чуть, да, засохло. Только-только вот он их сбросил. Да и загноилось. Да когда что так гноилось? А тот-то что видишь, маленький, да, блин. Ну такие рожки. Тот подавай. Ну тот поменьше, блин. Приличный лосишка. Тот меньше, да. Че, Михалыч, скажешь? Приличный, нет? Ну маленький. Маленький лось. 400-то было. Здорово, да, блин. Еще так не бывало, что безрогово, что прыга скинул. Только-только вот он их скинул, походу. Ага. Соболь, ты что, блин, нахуй эти волосы-то нужны? Олег, просто тут проедешь, только тут на нигде не ехали, типа проехать и вот сюда. Там деревенька? Да. Ну, где вот мы и мужики? Где они шли? Там просто густо кустов, но без пеньков. Там один, наверное, пенек есть. Я его обтоптал. Он маленький. Все. А Сашка дальше не полез, говорит, хуево. Да, просто... да не, можно до места, я думаю, все-таки доехать, блядь. Хотя бы вот здесь вот его где-нибудь оставить, да, снегоход. Вот сюда, да. Нахуй таскать. Сейчас чайку попьем, да и накатим, Михалыч, да? Конечно.
Не без этого. Так, эти халаты все снимайте, потому что в крови будут, бля. Сейчас. Нет, наоборот, халаты лечи постирали. Да. Они снимают. Они снимают. Че, его в воде холодно сполоснул, все. Ну так, да. А одежду сейчас тут, бля. Да. А штаны один, наоборот. Собаль. Молодец. Вот так, да. Любишь ты лосиков-то, бляха. Ох, они его трепали, драли, бля, с собой в концу. Любишь ты лосиков. Ну и молодой. Блядь. Сколько этому бою-то? Год на Ябске. На Ябске. Это еще, по идее, это еще щенок. Уже он лосятинки понюхал. Есть куда кормить? И крови полизал лосячий. Что бы его лаял вот здесь, а боя лаял второго вон там. Я слышал, бой-то лаял, но его меньше слышно. Еще слабоват голос тут. Ну ничего, слыхать все равно. Интересно, а чего меня шуршало? Так лосиха, по-моему, лось там прошел. Лосиха проходила, блядь. Ну, я устоял, не шевелился, на готове. Бойка. Блядь. Молодец, молодец. Давай, взять его, взять. Грызи, блядь. Я сначала хотел по нему стрелять. Но как бы он... Надо да, бревно да, будет убирать. Чтоб его на спину не перевернуть из-за бревна будет. Ладно, пилку он не взял, да? Взял. Хорош, хорош. На, костерчик будет развести. А вот есть сухарин. Ладно. Не переключайтесь, будем разделывать и покажем. Да. Чего, гнал бы хоть бы изредка, подавал бы голову. Ну, надо, ребята, это дело немножко обмочить. Че скалишься-то, блядь, дура? Смотри, смотри, смотри. Да, молодец. Смотри, кукаис у меня уронил, поднимешься. Смотри, не подходил, может, запнуть. Что-то раз. Нет. В этот раз меня за ногу чуть-чуть. Ну-ка, все, 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 ребята, все. Все, прекратили ругаться, прекратили. Всем хватит, блядь. Че ругаетесь? Собачь. Сейчас пустим, так позвиним его. Башка большая, блядь. Большая башка. Надо все забирать будет. Mm-hmm. Че, на снегах ходят, надо все увозить. Все забирать надо. Я чего? Камус сниму нахуй, камус на лыжи. Вот от этих ведь мест снимай, дарь, камус-то, да? Да, да, да. Даешь почитать ему? Mm-hmm. Лось взрослый. Количество не ограничено. Лось взрослый. Да, видно ли? Количество не ограничено. Шучу, конечно. Одна штука. Одна особь. Сейчас мы ее закрываем, ребята. Не слышали выстрела. Торжественно под рюмочку. Не слышно было. Вам согревающего зелья. Я стрелял, видишь, в эту сторону. Нет. Вот не, не слышно. Так, да, покажу сейчас на куничку. На первый достойный бой. Так, вот такого не стрелял я еще, блядь. А с рогами на нас. Так, вот у меня куничка. А то, может быть, кто-то из ребят думает, что... Браконьери, ничего подобного. Все по закону. Роговицы, бля. Все по правилам. Не, здоровый лось. Большая дорога. Ну как? Отлично. Так, ребята, вот так работа, слаженный коллектив охотников. Раздеваем в 5 ножей, получается быстро. Только начали еще. Так вот. Бачки тут лежат. Весь я. Сам я весь тоже, наверное, в крови. Голову отрубали. Голову сейчас покажу. Это голова. Жалко, что он без рог, конечно. Рога сбросил лось совсем недавно. Еще у него мягко здесь. Знаете, мягко еще. Вот такой лось. Лось приличных размеров. Вот так. Работает коллектив. Слаженный. Все заправил? Не переключайтесь. Дальше покажем всю суть процесса. Так, ребят, вот попадание. Это, вот оно. Прямо в лопатку. Все как надо. Потом что еще? Три раза стрелял уже. Он стрелял три раза, уже два раза по лежачему добивал. Я добивал, да. Вот, наверное, в лесу ты отдавалась, как вот, знаешь, как будто сучок стрещал. Да. Лось упал с первого выстрела. А сучки трещали здорово, со всех сторон, блядь. Они, да, они щелкают сучки-то, я отстоял, тоже щелкали.
Мне все кажется, лось идет. Вот так вот. Так, ребята, весь лось ушел вот в эти сани. Все там завернуто мяско. Аккуратно разделано. Голову сверху. Мостолыги на камус. Косточки дробим собачкам зимой. В мороз. Кости хорошо дробятся. Да, Олег, что, матросом закинешь сверху, нахуй. Нормально, нормально. Вставляй. Давай я вот так вот. Мостолыги сюда. Еще. Да, еще бы немного, да. Еще бы один точно. Можно пакет мусорный в голову-то. А есть? 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 Давай. Ну нет, второй-то уже с трудом бы вошел. Нет, второй уже все. Нет, если как бы... Маленький-то пойдет. Ну маленький-то пойдет. Нет, Серега, если как бы сказать, что это... На раз и все, да? Положил сверху. Так, ребят, вот не знаем, куда шкуру сдать. Если кировские есть у меня подписчики или кто-то смотрит, пишите комментарии, может кто знает, куда сдавать шкуры. Хотим шкуру, повесим сейчас ее. Потом, если будет возможность, сдадим. Я съезжу на Артекс, узнаю, может принимают. А что, если свернуть, так не уж что? Запрет она. Плюс-минус один у нас запрет. Сейчас забросим шкуру, повесим на бревно. Вот потом ее на кишки оставить тут. Что, как ее сделаем, Олег? Просто да? Разорвать нахуй, так закрыть. Не, сейчас сверху и снизу, наденем. Так тогда потом застынет, да хуй свернешь ее машину. Ладно, увидим сейчас. Так, ребят, что еще добавить-то, даже не знаю. В общем, такие вот дела, все в крови. Измазались мы сегодня. Но оно того стоит. Ладно, сейчас будем выезжать. Подвесим шкуру. Потроха потом мы положим в бочку. Может, весной будем медведя приманивать. Так что вот так. Я думаю, вам было сегодня интересно. Ходи из потрохов-то выпустить. Так, ребят, мясо поехало. Так вот, угрузили мы. Заходик. Мясо поехало. А мы выходим следом. Вот что значит наш русский буран. Едет по делянке. Не знаю, конечно, наверное, будет всякой критики, что плохая техника. Используем первый год. На мой взгляд, работает работяга. Ладно, мужики, завтра иду проверять капканы на куницу по своему путику. Сегодня куничку сняли одну. Ну и лосика сняли. Так что давайте, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был охотник Серега. И вы были на канале Ветка Хантер. Давайте, всем удачи.